Замутили промокшие спички, надежду убили. Курить, значит, буду дольше жить. Значит, будем. Каждый второй считает себя ненужным. Каждый третий страдает тактильным голодом. Просто так Земфиру ночами не слушают. В оковах нелюбимого серого города. Каждый четвертый страдает бессонницей. Каждый первый скрывает, что в мыслях кроется. Просто так стихи не пишутся и не воются. Просто так люди суками не становятся. Просто так не наступит утренняя агрессия. У кого-то проблемы, звонки, расстояния. У кого-то зачеты, скандалы, сессия. Невозможность быть вместе. И страх расставания. Каждый первый по ком-то безумно скучает. И о чувствах молчит. Ну, почти что калека. Аппарат абонента все не отвечает. Тяжело так безумно болеть человеком. Тяжело, хотя, ну откуда мне знать? Я пошла, ведь в отца мне всегда так твердили. Молчаливо, упрямо. На все наплевать. Таких все обходят за метр. За милю. И пошли они к черту, считающие себя ненужными. В мире, где каждый третий страдает тактильным голодом. Просто так Земфиру ночами не слушают в оковах нелюбимого серого города.